Всем привет! В общем, я сегодня хочу показать свои вязалочки. Я в Инстаграм выставляла там фотографии, как я вязала. Вот. Ну, в общем, хочу заснять снова. Вот. В общем, я связала вот такую вот шапочку. Вот. Шапочку я уже ношу вовсю. Получилась неплохая. Теперь я хочу, значит, связать себе шарфик, потому что очень холодно. Шеи дует и холодно. В общем, я хочу связать шарфик, потом покажу, когда свяжу. Еще, значит, я связала такую вот безрукавочку, но безрукавочка мне немножко мала, и теперь вот я думаю, что с ней делать. Распускать мне, конечно, очень жалко. Вот я, значит, не прибавила петли, вот здесь за счет жгута стянулась, вот здесь и здесь вот теперь получилось, что уже перед у меня получился уже спинки, вот. С этой стороны и с этой стороны. Вот, теперь мне дочь говорит, мама, ты вот здесь распусти, ну, как швы распусти, и надвяжи полоску и пришей. И для дома-то пойдет. В общем, очень жалко распускать, конечно. Очень толстая. Я вязала в две ниточки. Очень толстая, очень теплая. И вязала так вроде бы и не старалась, потому что думаю, все равно дома ходить. Вот, вот так лицевая гладь у меня получилась. Вот здесь такая вот пройма. Вот, я набирала здесь. В общем, ну, вот думаю, и вот ниточки не убираю. Думаю, что делать. Или надвязывать, или что-то. Потому что дочь у меня такой носить не будет, я так думаю. Ну, потому что это все-таки бабушкин такой вариант. Вот, и в общем, ну, в общем, это самое, подумаю, что с ней можно придумать. В общем, такая вот получилась у меня безрукавочка. Потом, значит, я, у меня от безрукавки вот остались мотки. У меня на безрукавку ушло 4 мотка. Я вязала в 2 ниточки, у меня ушло 4 мотка на эту безрукавку. И она мне обошлась 300 рублей. В общем, я вот за 4 мотка вот таких ниток я отдала 300 рублей. И вот у меня еще 2 моточка. Я чуть-чуть вот отсюда взяла, они почти целые. И вот у меня еще от шапочки остались вот, вот 2 голубеньких моточка и 2 вот таких розовых. В общем, я хочу связать шарфик, чтобы шее было тепло. Потом, значит, я хотела показать, какие нитки я еще выписала. Я еще выписала, вот мне пришла посылочка. Некогда было ее показывать. Еле вытащила эту пряжу. Я, значит, выписала еще вот такую пряжу. Ализе альпака. Вот. В общем, я решила из этой пряжи связать дочери платье. Вот, я начала вязать снизу. Вяжется эта пряжа очень тяжело. Вот, но мне она как-то не очень нравится, потому что я сначала изначально хотела вязать резинка один к одному, и у меня ничего не получилось. Потому что петли все путаются, не знаешь, не то что не знаешь, их просто не видно, где лицевая, где изнаночная. Очень тяжело вязать. В общем, ну вот я начала так вот полотно. Вроде бы вот красиво получается. Вот. Такая толстенькая получается. Она тоненькая и толстенькая. В общем, так неплохо, красиво получается. Вот. В общем, я вот каждый вот в этой полосе в темной убавляю через 10 петель по 2 вместе. Вот, ну, у меня вот так получается немножко расклешенная будет это юбочка. Но это не юбочка, платье. Оно будет как немножко к низу расклешенная. Ну вот столько я связала. У меня получилась путанка. Ну как, типа риса. Вот. Но его все равно не видно. Его совершенно не видно здесь рисунка. Вот. И получилась вот такая вот гладь какая-то интересная такая. Вот. Как барашки. Вот. И у меня немножко осталось этой пряжи. Вот, я взяла два, специально два мотка.
потому что я все-таки как-то побоялась, что один моток не хватит. Но действительно, один моток не хватит. Вот я еще, ну пусть если еще вот здесь немножко два ряда, если вот две вот таких полосы, если еще уйдет из этого мотка, и все, это будет, ну, пол платья. Вот, а рукава и вверх даже, ну пусть даже если вот до груди будет, если так не длинное делать, а на рукава и наверх ниток не хватит. В общем, я довольна, что я купила два мотка. Вот. В общем, вот получается вот такое вот платьишко. Вот, ну, в общем, как свяжу и покажу. Еще, значит, я хочу показать кожу. Моему сыну пришла из Алиэкспресс кожу, он выписывал. Вот, но он хотел, значит, портмоне себе сшить, в общем, из нее. Но она ему не подходит, она, это, тонкая, особенно вот по краям. Здесь вот она совсем тонкая. Вот, здесь вот она немножко потолще. Вот такой вот большой кусок. И он сказал, я, говорит, не знаю, что с ней делать. В общем, говорит, мама, если тебе надо, возьми что-нибудь, в общем, сделай из нее. И я, в общем, подумала, думала, может быть, выписать нитки, вот, чтобы вязать, в общем, вырезать такие вот полоски, обвязать их, потом вместе шить, ну, как сделать, типа, сумки, в магазин ходить. Вот, ну, в общем, не знаю, еще, в общем, полазю в Инстаграме, в общем, по сайтам поищу, посмотрю, что можно из этого куска кожи сделать. Он вот, вот здесь вот вообще вот как тряпка, вот, вот такой вот, с этой стороны вот такой вот, а с этой стороны вот такой. Вот. Ну, вот в середине он вот, здесь он вот потолще. Вот есть разница. Прямо вот здесь толстый. Вот середина вся толстая. Только вот края. Только вот здесь края немножко мягенькие. Вот. В общем, какая-нибудь идейка подойдет, что-нибудь сделаю. Еще, значит, я на своем любимом сайте, значит, хочу выписать ниточки. Ниточки вот такие. Меланж Вул Принтс. Ниточки я хочу выписать на носочки, потому что, в общем, они довольно-таки толстые. Здесь в 100 граммах 170 метров выходит. И такие ниточки. Сейчас я нажму. Вот, вот такие вот ниточки. Я выбрала цвета. Вот. Выбрала цвета. Вот такие вот. Такой цвет выбрала, мне нравится. Вот. Вот этот выбрала. Как неудобно. И выбрала два цвета. Вот этот синий. И вот этот синий с зеленым. Вот. Хочу выписать. Я только выбрала, значит, сложила их в корзину. Вот где тут моя корзина. Мне осталось только выписать. Посылочки приходят быстро. Вот, я сложила. Ну, в общем, что хотела показать, показала. Ну ладно, всем пока-пока.